Всем привет! Мы находимся в нашей любимой игре Клондайк на острове Сула. У нас есть такое задание, как построить лесопилку. Давайте сделаем это вместе и посмотрим, для чего она нам нужна. Всего 3 стадии строительства. Опыта дается очень мало. 25 камней, глина, кирпичи. Строить. Вторая стадия. 100 опыта. Окно, шифер, оконное стекло. Строить. И самая последняя стадия, 200 опыта, канат, доски, гвозди, строить. Лесопилка построена. Нам появилось доступно новое задание, сделать нитки, шпон и корм. И давайте посмотрим, что же мы можем делать в этой лесопилке. Всего запасы ресурсов 35 штук. Мы можем делать доски, шпон или брус. Я думаю, что на этом все. Большое спасибо за просмотр. До свидания.